Статус гражданина своей страны накладывает на человека определенные обязательства. Одно из таких – уплата налогов. Появление возможности оплаты через интернет облегчил процесс для налогоплательщиков. Но если тема налогов до сих пор кажется сложной и не до конца понятной, оставайтесь с нами. Кто обязан платить налоги и, самое главное, за что, разберемся сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. И у нас сегодня в студии представители межрайона и ФНС России по Приморью номер 12 Ирина Жунусова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок, и Лидия Телятникова, государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что нужно начать с того, что такое вообще налоги, да? За что люди платят? Начнем с того определения вообще, что такое налог. Налог – это обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, принудительно взимаемый органами государственной власти различных уровней, как с физических лиц, так и с юридических лиц, для финансового обеспечения деятельности государства либо муниципальных образований. Вопрос касаемый того, кто вообще уплачивает налоги, конкретно касается физических лиц. Плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические лица, у которых в собственности имеется имущество: дом, квартира, дача, гараж и так далее. Плательщиками транспортного налога являются физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Плательщиками земельного налога физических лиц являются плательщики, у которых в собственности имеются земельные участки, либо они находятся у них на праве постоянного бессрочного пользования. То есть правильно я поняла, что мы уже перешли к вопросу о том, какого вида, да, бывают налоги? То есть налоги платятся за землю, за транспорт и за имущество. За имущество. Жители Приморского края начали получать налоговые уведомления на уплату налогов с физических лиц. А какие сроки вообще этой уплаты и на что в первую очередь необходимо обратить внимание, что, скажем так, самое главное? Ну, что касается данного вопроса, срок уплаты налогов для всех физических лиц на территории Российской Федерации за 2016 год мы оплачиваем налоги не позднее 1 декабря 2017 года. На что мы просим обратить внимание? То есть обращаем внимание на то, что физические лица получают налоговое уведомление о почтовом направлении. Либо, если вы являетесь пользователем электронного сервиса на сайте ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, то вы непосредственно уведомление получаете в электронном виде в данном сервисе. Если же вы хотите получать и в электронном виде, и на бумажном носителе, вы с помощью электронного обращения направляете в инспекцию уведомление о том, что вы хотите получать налоговое уведомление и почтовым направлением. Соответственно, принимаются решения по этому вопросу и вам направляют как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Также на сегодняшний день мы рекомендуем всем жителям как Приморского края, так и Российской Федерации обратиться в свои личные кабинеты и проверить имущество, которое числится на их имени, и, соответственно, посмотреть начисление налогов. А в личном кабинете налогоплательщика физического лица можно сформировать платежный документ непосредственно для оплаты налогов. Для этого необходимо обратиться во вкладку «Начисления» и, соответственно, перейти к оплате через любую кредитную организацию. То есть, может быть, еще раз, да, проговорим, что существует два способа оплаты, да, то есть уведомления можно получить по почте обычной, да, скажем так, Почтой России, и по электронной почте, либо на сайте, правильно? Да, совершенно верно. И затем выбрать путь оплаты, то есть либо обратиться в любую кредитную организацию, то есть прийти туда лично непосредственно, либо, как я уже говорила ранее, через личный кабинет налогоплательщика, введя свои данные и произвести оплату. Вообще завести свой кабинет личный на сайте – это несложная, да, процедура? Личный кабинет завести процедура очень легкая, но для этого обязательно нужно обратиться в налоговый орган. То есть самостоятельно путем каких-либо ввода реквизитов на сайте не получится. То есть вы приходите с паспортом, с документом, удостоверяющим личность, в любой налоговый орган Российской Федерации, подключаете личный кабинет. Если же вы обращаетесь в инспекцию не по месту своего жительства, то при себе обязательно нужно иметь уведомление о постановке на налоговый учет, то есть, иными словами, ИНН. Ирина, может быть, вы скажете, вот, а что более оперативно, скажем так, получать все-таки по почте, да, старым добрым способом, либо через личный кабинет, через интернет? Ну, это дело, рук, как говорится, каждого личное, то есть мы никого не обязываем, но рекомендуем. Ввиду того, что, получается, физические лица имеют
объекты недвижимости в разных, допустим, районах города, Приморского края, бывает даже и России. И тогда личный кабинет очень будет удобен для такого налогоплательщика, ввиду того, что в личный кабинет выгружаются все объекты, которые зарегистрированы на этого плательщика в регистрирующих органах, что имущество, земля, транспорт и вся информация об объектах будет отражена вот во вкладке объекта налогообложения в личном кабинете. Опять же, налоговые уведомления отражаются во вкладке «Начислено», то есть все налоговые уведомления опять же отражаются там, и начисления, и платежи тоже отражаются в личном кабинете. Естественно, если у вас несколько объектов и в разных районах, как говорится, города, страны, тогда очень удобно это, получается, этот сайт. Ну, а чаще всего бабушки-старушки не имеют интернет и предпочитают, конечно, почтовое отправление. То есть это уже каждому свое, как говорится. Ну, мне кажется, зато для молодых людей это гораздо более понятная схема. Ну да, экономия времени. Экономия времени, конечно, колоссальная. Не в очередях стоять, в личный кабинет зашел, и там же в личном кабинете можно задать какие-то вопросы. Есть страничка с вопросами, с часто задающими, можно там прочитать, что-то для себя подчеркнуть. Вот. Ну и опять же написать обращение, если вдруг какие-то возникнут вопросы. Я думаю, что еще стоит перейти к вопросу, в каких регионах или городах налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости имущества, потому что, насколько я знаю, да, в разных регионах это разные совсем процедуры. Ну, в настоящее время у нас 28 регионов страны перешли на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости. Приморский край в этом году еще не вошел в это, получается, исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости. Налог исчисляется от инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент дефлятор. Коэффициент дефлятор установлен приказом Минэкономразвития России. Для 2015 года это было коэффициент дефлятор 1,147. Для 2016 года, который сейчас мы начисление проводим как раз, это коэффициент дефлятор 1,329. И коэффициент дефлятор для 2017 уже есть, это 1,425. То есть мы должны ориентироваться на 2017 год, правильно? Мы сейчас 2016 год. Вот в данный момент до 1 декабря 2017 года мы должны налог исчислить и заплатить за 2016 год. 2017 это будет. Да, такой коэффициент дефлятор. То есть всегда исчисление идет там до 1 декабря, да? То есть получается да, срок уплаты. Срок уплаты, да. А еще хочется добавить, что уведомления плательщики должны получить за 30 дней до наступления срока уплаты. То есть налоговым органам обязанность состоит такая, согласно 52 статье Налогового кодекса, мы должны направить до 1 ноября. То есть все плательщики уведомления должны получить до 1 ноября. И у них есть 30 дней еще, ну, чтобы оплатить данную сумму налога. Ну, соответственно, кто-то уведомление получает раньше. Но если кто-то не получил, то тогда необходимо обратиться в налоговый орган по месту своего жительства, по месту нахождения объекта, чтобы обратиться в отдел по работе с налогоплательщиками и уточниться, почему ему налоговое уведомление не поступило. Может быть такое, что ну, и там так, же и получить да. его. Хочется добавить, да. что мы направляем письма заказные, и то есть не все плательщики и немногие получают их, и, соответственно, ну, оно считается полученным в течение 6 дней после поступления на почтовое отделение. Соответственно, ну, не получение уведомления говорит о том, что он его не получил. Соответственно, у плательщика ну, якобы нет уведомления, он не уплачивает налог. Опять же, не получили налоговое уведомление, это не освобождает от обязанности уплаты налогов. Затем идет начисление пени и, соответственно, применение налогового законодательства. Поэтому нужно быть очень внимательным по уплате налогов для плательщиков физических лиц. А, то есть наказания никакого нет, я так понимаю, то есть основное наказание, да, это то, что это пеня будет, да. Да, после 1 декабря, если вы не заплатили, то тогда уже пойдет пеня в соответствии с налоговым законодательством. Да. А там какие-то стандарты есть по начислению пеня? Ну да, пеня начисляется в зависимости от суммы, 1/300 ключевой ставки рефинансирования. То есть непосредственно 1/300 ключевой ставки, которая установлена у нас Центробанком, соответственно, на сумму, которая есть. Ну, в зависимости от суммы, пеня каждый день растет. Мы продолжаем разбираться, что такое имущественные налоги и как их нужно платить. Лидия, расскажите, пожалуйста, в каких ситуациях предоставляется льгота по налогу на имущество именно для пенсионеров?
Что касается данного вопроса, до 2016 года пенсионеры освобождались по уплате по налогу на имущество на все объекты. Что касается 2016 года, то льгота предоставляется только на объект каждого вида, то есть на одну квартиру, на один дом, на один гараж, на одно машиноместо и на одну комнату. Если пенсионер в собственности имеет, соответственно, две квартиры, он по одной квартире будет уплачивать налог, по второй квартире будет применяться льгота. Каким образом будет налоговый орган определять, по какому объекту будет льгота, а по какому будет уплата? Пенсионеры до 1 ноября текущего года подают уведомление о выбранных объектах на льготу. То есть пенсионер сам вправе выбрать объект, на какой он хочет иметь льготу. То есть если у него в собственности две квартиры, соответственно, он выбирает одну, которую он хочет, на вторую, согласно законодательству, налоговый орган будет производить исчисление налога. Если же пенсионер данное уведомление не подает, то, соответственно, налоговый орган сам выбирает объект, а данным объектом будет являться квартира с максимальной суммой исчисления налога. То есть, если, допустим, за одну квартиру начислено 2000 рублей налога, за другую 1000 рублей, налоговый орган льготировать будет квартиру по налогу на 2000 рублей. 1000 рублей налогоплательщик-пенсионер должен, ну, будет обязан оплатить в бюджет Российской Федерации. Я думаю, еще очень актуальный такой для Владивостока вопрос, да, это вопрос про продажу транспорта. И можете рассказать о порядке налога после продажи автомобиля, например, и если новый собственник не зарегистрировал машину на свое имя? В случае продажи транспортного средства собственник обязан перерегистрировать машину на свое имя в течение 10 дней. Это новый собственник. Транспортный налог предыдущему собственнику будет исчислен до месяца, включительно перерегистрации новым собственником транспортного средства. Проще говоря, то есть пока новый собственник не зарегистрирует на свое имя транспортное средство, предыдущий будет платить. Договор купли-продажи в данном случае, который остается у предыдущего собственника, не является основанием неначисления транспортного налога. Чаще всего налогоплательщики приходят в инспекции, предоставляют договора купли-продажи транспортных средств и, как говорится, требуют, чтобы им налог пересчитали. Налоговая служба работает по сведениям регистрирующих органов. Поэтому мы всем налогоплательщикам объясняем, вам необходимо идти в регистрирующий орган ГИБДД и снять транспортное средство. И только после того, как будет официально снятие пройдет в регистрирующих органах, только тогда вы перестанете быть плательщиком данного транспортного средства. Ну, также хочу сказать вкратце о льготах по транспортному налогу. Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, регламентируются региональным и федеральным законодательством. В данном случае федеральным законодательством будет являться 28 глава Налогового кодекса Российской Федерации. Это транспортный налог. А для регионального, получается, уровня у нас предусмотрен закон Приморского края, 24 КЗ, краевой закон о транспортном налоге от 28 ноября 2002 года. На федеральном уровне с 2015 года, налогового периода 2015, введена такая льгота, как владельцам транспортных средств, имеющим разрешенную максимальную массу транспортного средства свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания оплаты. То есть такие освобождаются на суммы оплаты вот этого вот именно. То есть, допустим, транспортный налог у вас 30 тысяч за вот это транспортное средство, которое 12 тонн, а вы заплатили всего 5, то вам будет предоставлен год на вот эти 5 тысяч. Ну, то есть это как бы я объясняю. Естественно, там суммы другие могут быть. Вот. На региональном уровне у нас есть такие часто применяемые льготы. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды первой и второй группы освобождаются на одно транспортное средство, легковое, грузовое или мотороллер, но не свыше 150 лошадей. Это мощность транспортного средства. 150 лошадей включаются. Герои Советского Союза, герои соцтруда, герои Российской Федерации, награжденные орденами славы трех степеней, они освобождаются на одно транспортное средство полностью, вне зависимости, какая мощность у данного транспортного средства.
То есть стоит обратить внимание автовладельцам, все-таки не только, что у тебя есть просто, да, автомобиль, да, а что как обязан платить, да. Есть еще и льготы. Ну, а более подробную информацию о льготах можно посмотреть с помощью сервиса справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам на сайте налог.ру. Спасибо большое. Я думаю, что еще в завершении нашего разговора стоит рассказать, что делать в случаях, если произошла какая-то ошибка, например, в уведомлении, да, которое пришло налогоплательщику, неверно указан объект, либо льгота не учтена, или, в принципе, любой другой возник, да, вопрос по налогообложению. Куда нашим гражданам стоит обращаться с такими вопросами? Ну, что касаемо данного вопроса, если налогоплательщик получает налоговое уведомление и видит, что там какие-то неточности, то есть нужно его будет скорректировать, то налогоплательщик может лично обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жительства, либо по месту нахождения объекта, по которому неточности, соответственно, написав заявление и подав его в отдел работы с налогоплательщиками, а затем уже заявление будет рассмотрено отделом, ну, который занимается начислением налога. А также налогоплательщик может написать заявление, направить его почтовым направлением непосредственно в инспекцию, куда он хочет это обращение подать. И, соответственно, также, как мы говорили ранее, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Заметили какие-то неточности, пишите обращение, ответ вам предоставляется в течение 20 дней, если вы подали через личный кабинет. Если вы подали почтовым управлением или принесли заявление лично, то это в течение 30 дней. Ответ налогоплательщику будет предоставлен в любом случае. Скажите, а если налогоплательщик не может сам написать заявление, ну, да, если мы говорим о категории граждан там, с ограниченными возможностями, могут ли кто-то за них сделать? У таких граждан есть законные представители, которые могут за них такие заявления подавать, либо если гражданин проживает за границей, то он оформляет нотариальную доверенность, и его представитель законный приходит и, соответственно, производит все действия в налоговом органе. Я знаю, что еще, чтобы наши граждане знали точно, да, что делать, пройдут дни открытых дверей в налоговой службе. Может быть, стоит об этом рассказать, и когда, да, и куда, и зачем, собственно, да. Приходить. Налоговая служба проводит дни открытых дверей, мы делаем это регулярно, с определенной периодичностью. Ближайшие дни открытых дверей пройдут 10 и 11 ноября во всех налоговых и территориальных органах Российской Федерации. Соответственно, да, в данные дни открытых дверей налогоплательщики смогут узнать по уплате налогов имущественных, конкретно что касается физических лиц, узнать про ставки и про льготы. Соответственно, здесь же на месте они могут подать заявление на льготу, если они являются льготной категорией граждан. Также в эти дни открытых дверей можно будет дополнительно подключить личный кабинет, кто еще не является пользователем. Ну, соответственно, как я говорила ранее, при наличии паспорта, либо также свидетельства о постановке на налоговый учет. Поэтому всем добро пожаловать, приходите, уточняйте информацию, как бы это нужно, это надо знать. Вот еще в связи с тем, что у вас пройдут дни открытых дверей, вот такой вопрос возник. Может быть, стоит вести какие-то курсы или уроки, да, для граждан, не знаю, по налоговой грамотности, ведь есть сейчас ЖЭК, да, что-то подобное вот проводит. Да, ну, на самом деле это было бы интересно, мы много на эту тему разговаривали и так далее. Например, мы как налоговые органы проводим различную агитацию по уплате налогов, часто мы бываем в МФЦ, то есть прием плательщиков ведем не только в налоговом органе, у нас выезжают наши инспекторы, соответственно, проводят прием плательщиков непосредственно в МФЦ, потому что там большое количество людей, соответственно, консультируем их там по вопросам налогообложения. Соответственно, также в рамках уплаты налогов имущества для физических лиц и в плане нашего профессионального праздника, который проходит у нас 21 ноября, соответственно, мы посещаем школы, учебные заведения и проводим различные уроки с подрастающим поколением, чтобы воспитать будущее тот, кто будет носить вклад в нашу страну и, соответственно, уплачивать данные налоги. Спасибо вам большое за интересный разговор, спасибо, что рассказали обо всем. Я думаю, что наши граждане стали чуть более грамотными теперь в этом вопросе. Хорошо, если это так. Вот, спасибо вам. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо за внимание. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на 8-м.